Приветствуем наших милых зрительниц у своих экранов. Интернет-магазин «Серебряная птица» уже готов представить вам необычайные комплекты в разных вариантах покрытия. И мы не видим повода, чтобы оставлять вас в долгом ожидании. Поэтому смотрите наш обзор и оставляйте комментарии. Мы всегда повторяем о том, что ваша обратная связь очень важна для нас. Итак, начинаем! И открывают наш показ кольца из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Это крупные кольца, которые демонстрируют силу и уверенность их владелицы. Несмотря на строгость данных колец, легкие изгибы придают украшениям долю кокетства и, конечно же, цепляют взгляд. Выбрать цвет и узнать цену изделий вы можете на нашем сайте, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Ширина колец 11 мм, паспортный вес каждого изделия 6,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования и также изделия украшены алмазной гранью. Нежные лепестки и мерцающая алмазная грань, мягкость и броскость в одном флаконе. Такие изысканные формы и игра света на узоре металла способны сделать любой образ торжественным, а обладательница таких серег – настоящей принцессой. Приобрести этот комплект вы можете на сайте, перейдя по ссылкам в описании к данному видеоролику. Высота серёг 25 мм, ширина 10 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,44 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 11 мм, паспортный вес кольца 2,6 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие этого комплекта золочение, изделия также украшены алмазной гранью. Представляем вам позолоченный вариант предыдущего комплекта. Он более яркий и, несомненно, притягивает взгляды окружающих, особенно на солнце, когда свет отражается от серебряных граней. Создается впечатление изделий с настоящими бриллиантами. Остается только выбор за вами – оксид или золочение. А сделать его и приобрести нужный комплект вы можете на нашем сайте серебряныйптица.рф. Попасть на него вы можете из ссылок в описании под видео. Высота серег 25 мм, ширина 10 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,44 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 11 мм, паспортный вес 2,6 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг и фианиты. Мягкий квадрат, обрамляющий жемчужину, россыпь фианитов, создают элегантный и свежий образ. Наденьте этот комплект в офис, на встречу с друзьями или прогулку, и вы почувствуете себя леди из высшего общества. Преобразите свой образ всего несколькими жемчужинами и сделайте заказ на нашем сайте серебряныйптица.рф. Высота серег 16 мм, ширина 16 мм, диаметр жемчужины 9 мм, рабочая зона крючка застежки 5 мм, паспортный вес серег 6,2 грамма, ширина кольца в самом широком месте 15 мм, диаметр жемчужины 9 мм, паспортный вес 4,12 грамма.
Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытиях золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях, также культивированный жемчуг и фианиты. Любите сочетание золота и жемчуга? Тогда этот комплект определенно для вас. Золоченый металл, нежный жемчуг и сияющие фианиты. С этим комплектом вы станете звездой вечера, а при сочетании со свободной блузой, деловой, с прекрасным чувством стиля женщины. Приобретайте этот комплект в интернет-магазине «Серебряная птица» и переходите на наш сайт по ссылкам в описании к этому видео. Высота серег 16 мм, ширина 16 мм, диаметр жемчужины 9 мм, рабочая зона крючка застежки 5 мм, паспортный вес серег 6,2 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 15 мм, диаметр жемчужины 9 мм, паспортный вес 4,12 грамма. Представляем вашему вниманию два кольца из серебра 925 пробы, покрытие изделий золочения и родирования. Два аккуратных, минималистичных и интересных кольца с изображениями звезды и месяца. Их можно описать как единство противоположностей. Два светила символизируют мужские и женские начала, объединяясь, представляют собой обновление и гармонию. Гармонию страсти и сдержанности, силы и нежности. Заказывайте эти прекрасные кольца на нашем сайте, переходя по ссылкам в описании. Ширина кольца в самом широком месте 7 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес изделия 1,51 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях – фианит. Поистине шикарный, яркий, запоминающийся комплект, но при этом он и жизнерадостный, и легкий. Контрастность вставок с основным цветом металла однозначно будет притягивать взгляды окружающих, так что будьте к этому готовы. На серьгах застежка-кольцо, тонкий штифт, скрытый в серьге, незаметен при ношении. При этом застежка надежно скрепляет две части украшения. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте эту красоту на нашем сайте. Высота серег 19 мм, ширина 4 мм, диаметр вставки 4 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 4,96 грамма, ширина кольца 4 мм, диаметр вставки также 4 мм, паспортный вес кольца 2,4 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Прекрасный минималистичный комплект, который подойдет ко всему. Сочетание различных металлов в одном образе – тренд, который не покидает нас уже очень долгое время. Но составлять такие комбинации самостоятельно довольно сложно. В этом деле вы можете положиться на нас. Элегантный комплект, который сочетает в себе роскошь золота, сдержанность серебра и умеренную цену. Заказать его можно на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Высота серег 22 мм, ширина 9 мм, рабочая зона крючка застежки 7 мм, паспортный вес 4,5 грамма, ширина кольца в самом широком месте 12 мм, паспортный вес 4,17 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования. Современный и универсальный дизайн этого комплекта приведет в восторг любого, кто его примерит. Лаконичность и женственность, заключенная в холодном цвете серебра, станут той самой изюминкой и завершат ваш образ. Мы ждем вас на нашем сайте. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику и оформляйте заказ. Высота серег 22 мм, ширина 9 мм, рабочая зона крючка застежки 7 мм, паспортный вес 4,5 грамма, ширина кольца в самом широком месте 12 мм, паспортный вес 4,17 грамма.
кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения, вставка культивированный жемчуг. Представляем вашему вниманию нежнейший комплект с жемчугом. Плавные линии, волна, обнимающая жемчужину – все это идеально дополнит романтический образ и даже строгий костюм. Станет прекрасным аксессуаром и к вечернему платью, и к свитеру оверсайз. Высота серег 16 мм, ширина 9 мм, диаметр жемчужины 8 мм, рабочая зона крючка застежки 5,5 мм, паспортный вес серег 3,8 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 10 мм, диаметр жемчужины 8 мм, паспортный вес 2,88 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, вставка, также культивированный жемчуг. Аналогичный предыдущему, но уже в чернении и комплект украшений. Нежный и перламутровый блеск в обрамлении серебряного сияния, плавные линии изделия заставят трепетать сердца окружающих. Такая пара прекрасно подойдет как деловым дамам, так и юным особам. Особенно красиво этот комплект будет смотреться на загорелой или смуглой коже. Высота серег 16 мм, ширина 9 мм, диаметр жемчужины 8 мм, рабочая зона крючка застежки 5,5 мм. Паспортный вес 3,8 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 10 мм, диаметр жемчужины 8 мм, паспортный вес 2,88 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. На каждой модели серег присутствует алмазная грань. Это серьги Кафу. Их преимущество перед обычными серьгами в том, что у данной модели есть две точки крепления. Серьга пусета в мочку уха и зажим на ушной раковине. Прибавим к этому чудесную алмазную грань, и мы получаем невероятное свечение на украшениях, словно как будто бы это бриллианты. Приобрести данные серьги в родировании или в позолоте вы можете на нашем сайте serebrnaptitsa.rf. Высота серег 18 мм, ширина 5 мм, паспортный вес 1,62 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы с эмалью. Покрытие изделий золочения. Нестандартный и лаконичный комплект. Такие украшения особенно органично впишутся в стиль casual или в деловой образ. При этом, даже самый строгий дресс-код этот комплект превратит в законченный и стильный наряд. Переходите по ссылкам в описании к этому видео. Мы будем ждать вас на нашем сайте за покупкой этого комплекта. Высота серег 29 мм, ширина 4 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,47 грамма, ширина кольца 4 мм, паспортный вес 2,24 грамма. Кольцо из серьги из серебра 925 пробы в покрытии родирования, также с эмалью. Эти аксессуары лаконичного дизайна идеально подойдут для приверженцев классики. Нестандартная геометрическая форма серег, родирование, защитно-декоративное покрытие, которое создает эффект белого золота. Такой комплект будет выглядеть статусно, просто, но со вкусом. Для заказа этой пары переходите по ссылкам в описании к этому видеоролику. Высота серег 29 мм, ширина 4 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,47 грамма. Ширина кольца 4 мм, паспортный вес 2,24 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Наш обзор завершает еще один вариант каф. Такие серьги прекрасно дополнят ваш образ, причем любой, от романтического до жесткого дресс-кода. За счет своей минималистичности они могут выступать как самостоятельный элемент, так и идти в дополнение к другим серьгам.
Приобрести эту маленькую изюминку вы сможете на сайте серебряныйптица.рф, переходя по ссылкам в описании к этому видео. Ну а мы прощаемся с вами, но совсем ненадолго, ведь скоро нас ждет новая встреча в новом обзоре удивительных и прекрасных серебряных украшений от интернет-магазина «Серебряная птица». Высота серёг 30 мм, ширина 3 мм. Паспортный вес 2,2 грамма.